стопа, стопа. Игруны маленькие. Ой, смотрите. А, так у них тут... Вообще у них жилище громадное. Ага. И внутренний, и внешний вольер. Мясо ест, косточку грызет. Вот такими нельзя фотографироваться, да? Да, они уже все. Они все уже. Ну, я тебе сразу специально приеду. В чай. Вот, смотри, мы не забыли, мы не забыли, мы не забыли. Хорошие условия для малышей, конечно. А тут пустовато, Валер, где мы запустили все. Ванюха! Где он? Ой, какие! Ой, какие красивые. Маленький, детский сад у меня. Привет. Это вот буквально с таким мы сегодня фотографировались, да? Угу. Там тигр большой. Мама! Что, они же детки показывают? Тигры или вы? Тигры полосатые или вы? А вот какие странные с пятнышками. Это петельята маленькие. А это у тебя. Полосатые, это, я понимаю, вот эти меня это смущают. Нет, нет, петельята маленькие. Это самое. Греются, видишь, жопки у них замерзли.